У Чебоксарского аэропорта в скором времени изменится не только имя, но и внешний вид. До 500 миллионов рублей на его реконструкцию выделит Министерство транспорта России. Планируется отремонтировать перрон и рулежную дорожку. Само здание аэропорта реконструируют за счет инвестиций собственника – компании «Матч». Аэровокзал должен преобразиться к 2021 году. Будет увеличена пропускная способность комплекса. Обновятся зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа, прилета, таможенные пункты, зал повышенного комфорта и зал ожидания.